В принципе, есть где перекусить суши в нашем городе. Классно. Такое ощущение, такая вот поработанная, да, коробочка. Это вообще, это просто это бесплатно. Просто шара. Да, это просто фактически, практически бесплатно. Там... Огурец, есть Филадельфия, есть нормальный кусок рыбы, в принципе. Чувствуется соус. Чувствуется начинка, но какие-то они не кисловатые. Угу. Ну, сейчас протестируем. Чуть дороже, чем в Азии. Но при этом мы получили пиццу бесплатно. Там 285. Здесь более комфортно. Просто смотрю, как бы ингредиенты, что в нем есть. Красная рыба, огурец и угорь. И я думаю, что Саша, если выиграет еще раз, то он поедет в Дубай, наверное, просто еще раз. Потому что... Давай, чтобы по-честному было, давай еще соточку добавим. Да, давай еще соточку добавим. У нас Леся Украинка. Мясо снежного краба, то они говорят, просто можете убрать, можете заменить. Часто меняю мобильные телефоны, смартфоны, но сейчас я пока пользуюсь Samsung. Apple Pay пока еще не работает в Украине, но вот NFC и Google Pay работают в Украине, и я настоятельно рекомендую пользоваться такими устройствами, это реально удобно. Вкусный соус, но горьковатый. Соус точно нет, вот этот соевый, он не вкусный. Не очень, честно скажу, не очень. Короче, тебе понравился больше из всех... вот это, да? Да. Так, это ролл у нас с угрём и с красной рыбой. В экваторе понравился соус больше, но сам ролл здесь сделан более качественно. Из всех трех роллов мне понравился крабовые палочки. Посмотрите внимательно, сколько здесь Филадельфии. Зигачить вот эту фотку, мы сейчас ее немножко подредактируем, она будет очень крутая. Еще раз не перестаю удивляться Азию стиль. За 285 гривен мы получили 4 ролла с очень качественные, очень вкусные. И я думаю, что это лучшее ценовое предложение пока в Бойерке. Слишком соленая икра, мне кажется, ее переборщили, положили слишком много. Но рецепты с крабовыми палочками точно надо менять за вот эту штуку. И, наверное, чуть тоньше кусок, чуть меньше риса. И тогда будет прям вот пятерочка. Ну что, последнее место нашего такого небольшого суши-тура бойерского. Это Лео Кафе, мы тут то же самое будем делать, это заказывать 3 вида суши.